Приветствую всех постоянных зрителей, а также случайных гостей канала. Сегодня поговорим о самой редкой УАЗ Буханке и выпущенной в единственном экземпляре. Уже видели такой автомобиль? Это УАЗ оригинальной версии, без переделок или каких-то работок. Микроавтобус был экспериментально разработан для рынка Ирана и Ирака в 2000-х годах. Если сравнить его с обычной Буханкой, то можно сказать, что его салон более просторный, а внешний вид претерпел значительные изменения. На этот УАЗ установлен бензиновый двигатель УМЗ, его объем 2,9 литра, мощность 100 лошадиных сил, коробка передач механическая с подключаемым полным приводом. Что касается стекол, то они вклеены. Есть информация, что разрабатывали микроавтобус для показа на Востоке, Ближнем Востоке, но по каким-либо причинам он не покинул территорию завода. С 2006 года этот экземпляр 8 лет работал в качестве внутризаводского транспорта. Скорее всего, это послужило тем, что он находится в хорошем состоянии. Потом УАЗ попал в руки к новому владельцу, который взял с работы завода УАЗ. Вот такой единственный экземпляр в своем роде микроавтобус УАЗ, который не пошел в серийное производство, теперь находится в поселке Ульяновской области. А вот что было написано под объявлением. 2006 года УАЗ, 452 Буханка, пробег 50 тысяч километров, объем двигателя 2,9 литра, коробка передач механическая, тип двигателя бензин, привод полный, состояние небитый, владелец ПТС-1, мощность двигателя 100 лошадиных сил. Уникальный автомобиль в единственном экземпляре, созданный на Ульяновском автозаводе для рынка Ирана и Ирака. С 2006 года микроавтобус работал в коммерческой дирекции УАЗ в качестве внутризаводского транспорта. Автомобиль в отличном состоянии, полностью на ходу и никаких вложений не требует. Техническая часть полностью соответствует обычной буханке. Двигатель УМЗ-421, карбюраторный. Салон имеет 11 посадочных мест, боковые и задние стекла вклеенные. У авто полностью оригинальный стильный кузов. Он просторнее кузова классической буханки. Откидной люк, открывающийся в разные стороны. Не самособранный, не самодельный. Автомобиль полностью оригинальный, ни в одном экземпляре. На учет станет без проблем. А вы знали о такой буханке? На этом все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!